Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1452. События дня. Эпиграф. Евангелие от Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 4 декабря 2019 года. Ну и вот все время выставляю обращение. Может быть, натолкнется на нас богатый человек, да поможет нашему старости Барабаш Игорь Александрович, хорошему человеку, который имеет землю. Но все это с концами не сведешь, сегодня дорого. Техника старая, купить новый комбайн ему нужно. Я буду быстро проматывать, а вы только успеваете останавливать курсором. Вот 4 ролика можно посмотреть. За 4 это праздник введения во храм Богородицы. Ну вот, не сходятся одно с другим, что это выдуманный праздник-то. События как такового не было. Такое есть разумение. Вот нужно иметь дар различения духов. Вот это как раз об этом говорится, различение духов. А сегодня вообще это не знает. А как так различение духов? Ну как так? Вот есть такое слово, и его можно проверить, есть или нет. Вот так.
Ну, день сижу за компьютером, собираюсь поехать, сказали приготовиться даже мне, или так уже получилось, Людмила в больнице, но вчера она сильно больна была, говорит, там приняла, что принесли, а дальше не пошло дело, не попали туда. А сегодня мне материал скидывают, поп, чем занимается, педофилия якобы, вот сейчас посмотрим. Я его прокручу быстро. Заставила оголиться мальчика. Я сейчас промотаю. Просто посмотрите. Вы тормозите, можете просчитать. Калуга, в Калужской области. Во время службы. Козельской епархии. Вот тут все-таки видно два мужчины. А остальное бабушки. Даже три. Его сразу от церкви, сколько людей отошло. Ну, а при чем это? Это человек, а то церковь Божья. И вот спрашивают, а как вы, почему никакого у вас слова-то нет? Ну, как это? Даже органы, которые расследовали, говорят, трудно это все доказать. Как-то надо заснять и прочее. Ни одна жалоба была. А вот Грозовский Глеб, мы за него молимся. А верите вы или нет? Зачем меня об этом спрашивать? Не знаю я. Ну... Понимаете, какое дело? Футболисты играют с ними, там ездят. То есть, и вижу, что Слово Божие нигде не звучит. Ну что, допускайте. Не могу даже сказать, как. Но вот суд все уже там 14, что ли, лет накрутили. Ужасно. Сан с него не снят. И мы каждый день молимся и упоминаем Глеба Грозовского. Он и знать не знает, что да не дай ему погибнуть. Чтобы он не отчаялся. И вдруг это тот Никон сейчас есть. Но на этого посмотрел на физиономию. Этому, что этот может в этот грех попасть, я больше верю, чем Грозовского. Такая физиономия у него. Ну, тоже может неправильно. По размеру, говорится, шайбы, как судить. Ну вот, это внутреннее чувство такое. Харьков его гражданин. Вот так занимает. Чего они там могли с мальчишками делать, говорить? И, ну, даже говорить неприятно. Ну, как поверить-то в это? Зачем же это делать? Да монах доженился, дожил бы нормально. Вот так, в алтарь. Показывает, какая красота в алтаре. Сидеть, тут одежда, чистенько все. Видишь, какие столбы стоят. Все отсвечивает солнце. Ну, приятно только жить, дослужить, да проповедовать. Фото с осмотра места происшествия. Руки, где он, что там, лечит, руки прикладывает, опускается. Непонятно. Ну, что-то находят нехорошее. Иеромонах тем более. А я при чем тут? Его и спрашиваете. Все это неприятно. Ну, вот я начальник детского лагеря, это же не в алтаре. Это вообще с детьми гуляем в поле, дома ночуют, они полностью под моим контролем, дети. Мальчикам нельзя проходить мимо кельи, где находились девочки, и наоборот, девочки, где мальчики, вот, во время игр, все под контролем было. А уж подозревать обслугу, и это вообще у нас даже в завязи не было. Мальчик один там, внимание девочкам делает, схватил одну, сразу же разбор, и мы его отчислим немедленно. А здесь взрослого дядьку по отношению мальчика, ну, срам один, если это есть. 43 года ему. Уж год прошел, если так, так далее, 5 лет.
одному 14, другому 5. Там, видимо, что-то было, считают. Но там деньги задействованы были, а здесь нет, мальчики одни. Все что-то лечат кого-то. Не надо болеть. Лечить. Прикасались, то другое. Я прокручиваю специально, чтобы могли просчитать, потому что не найдете, где здесь можно просчитать. Затормозить и посмотреть это дело-то. Скрывать-то не надо. Вот так. Тоже больное и прочее. Нигде этих вот людей не видел, чтобы они работали, что-то делали. У нас все по-другому. Маленькие дети работают, пилят с ними вместе, пилы тощишь, пилишь, на огороде работаешь, вместе глину там штукатурите, а здесь ничего нету. Видишь, он какой справный, щеки-то нос закрывают. Бабки стоят тут, мужчина бритый, ну, все как-то не по-нашенски. А было или не было, да Бог его знает. На суд Божий все предстанет это. А если было? Ну, что он там сделал-то, непонятно тоже. Я не разбираюсь в этом деле. Пострадавшие. В алтарь не надо лезть туда. Я сколько раз говорил, зачем в алтарь лезете? Я имею право заходить туда, я никогда не захожу. Стой с народом. Молись, не прыгай. А то как козлы прыгают, а теперь вот опять человек страдает. Зачем его принимали больного в священники? Ясно, что он не будет проповедовать, умирать за душу не будет. Это я вот так просто сказал здесь. Я определяю все благовестием, живой жизнью. А то в футбол бегал там Глеб, допрыгался, и этот также. Срам один. Я с ним тут познакомился в тюрьме, когда помогал уже, не сам сидел, а Зосима. Ну, тут, наверное, некоторые знают Алтайский край-то. А там он Михаил. Зосима – это у него монашеское, видно, имя. А там, а Мишка, иди, тебя зовут-то. Ему ни уважения, ничего нет. Молодой священник, 30 лет нету, зачем лез туда? Нарушал правила. Все пока на этом.